Люберцы стали первыми по исполнению госпрограммы ремонта подъездов. Об этом сообщает местный портал РИАМа со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина. Добавлю, на сегодняшний день в округе уже отремонтированы 1298 подъездов. Государственную программу по ремонту подъездов к концу года выполнили на 80%, отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Главная цель – сделать за короткие сроки входные группы Подмосковья красивыми, а главное – удобными. По этому направлению полностью завершили работу 14 муниципалитетов. Среди них первое место у Люберец. Здесь отремонтировано наибольшее количество подъездов. Программа реализуется по принципу софинансирования из бюджета Московской области, а также средств муниципальных бюджетов и управления управляющих компаний. Ее реализация продолжится в 2018 году. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.